день, дорогие поклонники спорта. Мы приветствуем вас из волейбольной арены «Динамо». Это столица нашей родины, город Москва, где в ближайшие два дня на выходных состоятся игры «Винлайн» Суперкубка России по футзалу среди мужских команд. Впервые в истории этого соревнования розыгрыш пройдет с участием четырех коллективов. Фактически это четыре сильнейшие команды предыдущего сезона российского футзала, российского 5 на 5. В лучшем своем состоянии, в лучшей форме не знает. Дали пространство Кудзиеву. Это скорее передача Алекса. И Кудзиев дали девятку, заряжал. Позиционный явный, причем провал и у Полевы, и Аугусто. Да и всей четверки защищавшихся. С мячом у Полев. У Полев в середину. Карлос Аугусто на Антошкина. Карлос Аугусто рядом. И со штангой, и с воротами. В силовой манере, агрессивный. Тюмень создает этот голевой момент. Разнообразие отмечаем. Уже закладка фундамента на второй тайм. Красивый удар Кудзиева и не менее впечатляющее спасение Дениса Субботина. На левоногих Кудзиева или Алекса. И каким-то образом поменяться позициями с Шакировым. Так и происходит. Шакиров интересный. Ближний угол бьет Алекс. Через паузу, уже увидев, вот как важен игрок. Удар рядом со штангой Камиля Гериханова. Ну, по одной или сколько их будет здесь. Себя немножко поправлю. Все зависит от итога, статистики. Аугусто разобрался и пятка, и штанга! Фантастика. Ну, от Упалева только самые преданные болельщики Тюмени могли ждать такого номера возле чужих ворот. Классно играет Гериханов. Момент. Удар дважды спасает Норильский никель Николай Балашов. И теперь подкат Гафтадзе. Вот это уже похоже на настоящий боевой, но и при этом красивый, зрелищный футзал. Как собрал Гериханов и Поварова, и Нанда на него выдвинулся, лазейка. Возможная допущенная грубая ошибка при обороне собственных ворот, если пропускаешь, и сейчас это произошло. Прострел Рената Шакирова, мяч попадает в защитника Тюмени и залетает в ближний угол Дениса Субботина. Атаковала Тюмень, играла, может быть, не с весомым преимуществом, нельзя сказать, что доминировала, но попала в штангу, еще моменты имела и по ходу первого тайма. Спортивные хитрости. Кто здесь бы не спорил, рикошет теперь от Нанда, но вот от Нанда не залетает, в отличие от Карлоса Аугусто. Удар Батырева выше ворот, и Норильский никель выходит в финал Винлайн Суперкубка России по футзалу среди мужских команд. Во многом трудовая, я даже не побоюсь этого слова, вымученная победа.